Это когда дядя и тетя нравятся друг другу. И они женятся на свадьбе. Это когда целовать. Когда целуешь и обнимаешь. Все обнимают ее, мамочку свою. Ну, Никита, он из-за них. Мне больше нравится всех мальчиков. Ну, не помню, это было так давно, когда мы были в ясельной группе, я влюбилась там в него. Когда два человека влюблены друг в друга. Мальчик в девочку, а девочка в мальчика. Вот и называю я любовь. Это когда мальчик или девочка, или просто девочка или девочка, или просто мальчик-мальчик. Ну, взрослые, дети там общаются, играют. Они могут, например, гулять вместе или что-нибудь другое делать. Бегаем, помогаем на улице. Взаимоотношения близких людей, понимающих друг друга, поддерживающих друг друга, не предающих друг друга. Соня, я ничего не понимаю. Как может... Ну, я не знаю. А иногда бывает, дружба доходит до любви. Вот до чего доходит дружба. Это наша планета. Мы на ней ходим. Это такой материк. Это куда люди ездят отдыхать. Там на испанском говорят. И там живут тоже люди, но только надо учиться на языке говорить, чтобы их понимать. Франция, там Китай. Там дома разные, машины. Это очень большой город. Наш дом – Салат. Я в Салатове. И я в Саратове. Территория, на которой мы живем. Это как бы можно назвать одним словом «Родина». Это такое здание, куда привозят маленьких детей и учат уму-разуму. А у нас даже там куколки есть. Это такой дом, где все играют, и где все отдыхают, гуляют и спят. Это такой дом, где находятся воспитатели. Это наш маленький дом. Куда мы приходим на работу, где мы воспитываем детей и учим их добру, как нужно себя вести в обществе, как нужно жить. Это почти то же самое, что и детский сад. Там только большие ребятишки, там 18-15, вот. Там их учат не так, как в садике, а по-другому. Там не надо спать, а там сидеть весь день. У них еще там есть олимпиады по предметам. Это где старшие дети заканчивают класс и идут в другой. Это где дети готовятся к институту. Она не веселая, как садик. Я в сентябре пойду, но я не знаю, какого числа. Вот бабуля вчера пошла в банк, а... Банк-то закрыт, а мы сидели дома, одни совсем. А у меня папа уехал в другой город, и он почти много денег заработал. Это когда отдают много денег на работе, ну или мало, но деньги дают. Тот компонент нашей жизни, который никогда нас не устраивает. Это когда платят деньги за работу. Моя мама работает, не помню кем, но она денежки считает. Мама у меня работает, папа работает. А у меня мама даже детей кормит. А папа, я не знаю, кем он работает, но мама просила никому не говорить. Папа в офисе, а мама дома хозяйкой работает. Это дело, которое выбирает на всю жизнь. Это то, что идет по телевизору. Это сериалы такие детские. Это такие винтики, которые все чинят. Такие маленькие человечки.
которые живут в машинах и приборах. Они работают, они убивают мышей, трясёт. Вот такие вот. Такие маленькие щеночки, если они убьют человека, они сразу превращаются в винтик. Я люблю этот мультик. А я смотрю. Тимка, Нолик, папсу Маши. Ha 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 ha!